Любовь к спорту плюс инициатива местных жителей и поддержка администрации равно Харнварская лыжня. Пятый год подряд жители Цивильского района своими силами проводят большой спортивный праздник. В нем принимают участие ветераны спорта и совсем маленькие лыжники. В этот раз на лыжню вышли более 100 спортсменов, причем самому взрослому из них 82 года, а самым юным всего 4. Идет, а кто едет? На лыжню участники собираются задолго до старта. Лариса Кириллова приехала сюда специально, из Цивильска. Я за любой кипиш, я выхожу всегда на соревнования, участвую, стараюсь, готовлюсь к этому. Как готовились сегодня? Сегодня лыжи готовила с утра, как встала, сразу лыжи подготовила. На такую погоду, конечно, очень тяжело подобрать, но будем стараться, все от нас зависит. Лыжники проверяют снаряжение, тестируют трассу. Кашевар Андрей Яковлев готовит обед. Гречневую кашу с тушенкой. Самоучка. Очень люблю готовить. А на сколько порций у вас здесь? На 100. На 150 порций. Всех накормим, еще останется, наверное, даже. И хлеб вкусный очень. И каша очень вкусная. Спасибо коллективу, всему. Ровно в 11 первый старт. На дистанции дошколята. 300 метров многим дались непросто. Ничего, упала, расстроилась, все нормально. Это нам нравится. Мы все спортивная семья. Я и бег люблю, и лыжи. Это хорошо, конечно, всех объединяет, все вон стоят, переживают. Основное, наверное, это для детей в основном. Потому что детям это самое интересное, чтобы они соревновались, учились. А вот Кира Шельдикова показала один из лучших результатов в своей возрастной группе. За ней едва поспевал наш оператор на снегоходе. Сказались учеба в спортшколе и тренировки с дедом. Мне деда сделал лыжню в огороде, сзади огорода. И я практически каждый день тренировалась. В воскресенье я отдыхала. А ты как-то готовила лыжи? Да, мне тренер их чем-то, какой-то мазью намазал, чтобы они хорошо катили. Самыми зрелищными и шумными оказались забеги на охотничьих лыжах. Здесь соревновались команды из разных деревень Малоянгорчинского сельского поселения. В итоге самой быстрой оказалась команда «Байдуши». Серебро у деревни Хорнвары, бронза за жителями деревни Мамлекосы. Каждый участник хорнварской лыжни получил вот такую оригинальную медаль-снежинку и ценные призы. А еще мешок полбы, чтобы весь год варить полезную кашу и набираться сил к новым стартам. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.